Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля Прел, и сегодня у нас будет что-то не совсем обычное, что вы видите на моем канале, потому что я говорю о бьюти, говорю о красоте, о макияже, но сегодня будет что-то совершенно другое и интересное. Я тут поняла, что у меня накопилось очень много подписок на разные боксы, и мне хотелось бы рассказать о них вам, потому что они интересны в своем роде. И первый бокс, который мы сегодня будем смотреть с вами, это бокс от FabFitFun. Не очень легкая посылка, она такая тяжелая, может, килограмма полтора, и этим она интересна, что вы не только получаете бьюти-товары, но и что-то помимо бьюти, то есть что-то для дома, уютненькие вещички. И сначала я думала, блин, $50, стоит ли это всего? Но когда я получила огромную коробку, я уже поняла, что, наверное, стоит. Я специально не открывала эту коробку, потому что мы все же любим открывать коробки на камеру, чтобы вы тоже это видели все. Та-дам! Кстати, сама коробка это из Лос-Анджелеса, там находится офис этой компании. Посмотрите, как это все классно выглядит и многообещающе, самое главное. Давайте уже посмотрим и разберемся, что же нам прислали. Самое первое, что же у нас тут есть? И что это такое? Караван, Design Well Traveled. Мне кажется, что это выглядит как полотенце какое-то, или это какой-то коврик. Да, я угадала, это коврик для ванны, что-то вроде того. Слушайте, очень классный материал, он невероятно плотный. Дизайн милый, по-моему, да? Красиво будет смотреться, как мне кажется. Кстати, он подойдет очень по стилю в наших апартаментах. Классно. Это Elemis, о май гад, у меня ни разу не было Elemis. Я слышала много об этом бренде. Ребят, это, по-моему, целая версия, то есть это полный размер. Посмотрите, как это красиво смотрится. Мне кажется, такой крем может с легкостью стоить $50-60. И это пептидный крем-масло, который способен обновлять кожу. Elemis. Это невероятно классный бренд. Много о нем слышала. Кстати, давайте, почему бы нет, его попробуем. Посмотрим, что это у нас такое. Как вообще по текстуре он. Пахнет он очень прикольно даже, кстати говоря. Крема-масла, они, в принципе, даже гораздо более приятны на коже, то есть мне кажется, что вот гелевая текстура, крем-масляные текстуры, это сейчас самые популярные текстуры, которые можно встретить в средствах для ухода. Прикольно, очень классно чувствуется, немножко как будто бы охлаждает даже кожу. Есть очень красивая такая как бабочка или что это, гравировка. Окей, что у нас здесь? Это бренд AG Hair Care Fast Food, кондиционер, который вы оставляете на волосах, и его не нужно смывать. Делайте укладку, и волосы ваши увлажнены, все, что нужно, сделано. Прикольно. Интересно очень, сколько такая вещичка стоит, потому что обычно бывает, что бренды кладут в бьюти-боксы что-то якобы дорогое даже, но оно, допустим, не популярно или слишком дешевая цена. Даже из-за Elemis эта коробка очень с легкостью окупится. Окей. Разрежем эту часть. Сразу вижу журнальчик. Дальше мы видим промо-акции различные, скидки, купоны и так далее. HelloFresh. Очень классная компания. Мы с мужем просто в восторге. Разорвем уже эту упаковку. Вау! Первое, что я вижу, это Wonder Beauty. Wonder Beauty – это известный бренд. Он, насколько я знаю, не то корейский, не то он американский. Очень красивая упаковка, надо сказать. И здесь 6 пар этих патчей. Патчи никогда, мне кажется, не лишние в косметичке любой девушки. Будем пробовать. Оу, мне уже нравится упаковка. Grown Alchemist. Крем дневной с экстрактом камелии и также с геранью. Очень прикольно и интересно, что это австралийский бренд, потому что обычно, что вы получаете даже в бьюти-боксах самих, это что-то либо корейское, либо американское. Всегда интересно пробовать что-то из другой страны, потому что это всегда интересно. Окей, следующее. Мы имеем вот такую термальную воду. Если честно, я всегда хотела купить термальную воду уже, может, в течение месяцев-двух, и никогда руки не доходили. Avène – невероятно классный бренд. У меня была от них уже термальная вода, и она очень классная. Она работает, она натуральная, и, как мне кажется, такая бутылочка может стоить с легкостью $15. Давайте дальше. Оу, это гель для душа. Бренд Кусио Соматологи. Гель, который должен успокаивать вас и очищать вашу кожу. Сделан с солью эпсом. И, в общем, тут все очень натуральное, да? Вопрос. Знаете ли вы, дорогие мои подписчики, что такое эпсом солт? Эпсом солт – это такая соль, которая, насколько я знаю, добывается только в Америке, потому что я не видела эпсом соль в России. Если вы знаете, что это такое, скажите мне, напишите в комментариях, потому что это очень классная соль, которая
убирает все токсины из вашего организма, то есть по сути это как магний из горных пород, что-то вроде того, невероятно классная соль. Если вы будете в Америке, попробуйте купить и примите ванну с солью Эпсом, захотите сделать это еще и еще раз. Это бальзам-маска, то есть вы можете использовать этот бальзам как маску ночную. Очень интересный бренд, потому что я о таком бренде никогда не слышала, называется он LXMI. И бальзам этот на основе масла ши. Давайте мы его вскроем, посмотрим. Такое ощущение, что он ничем не пахнет. Он очень прям такой густой. Как его вообще выдавливать? Он пахнет как будто бы немножко как масло ши, то есть совсем-совсем чуть-чуть. Ребят, он невероятно просто как резина какая-то. Не очень ароматный, но американцы, как я вам уже говорила, наверное, очень любят средства, которые вообще без каких-либо отдушек. Почему-то вот они считают, что отдушки это очень-очень плохо для их кожи. Посмотрите, это такая расчесочка. Как она красиво упакована. Вау. Давайте мы вскроем это. Первый раз вижу, что расческа, она вот была вот так упакована. Круто. Вау. Посмотрите на эту красоту. Тут такая как роза. Это очень красиво смотрится, очень приятно дотрагиваться до этой как мозаики, что-то вроде того. В общем, чувствуется, что эта расческа реально прям такая хорошая, массивная, настоящее дерево. И я решила открыть шторы, чтобы было как-то более светло, а то невероятно было темно до этого. Давайте начнем с этого маленького. Это такое колье, которое называется бренд Coral Lee, и это браслет. И вы знаете, мне нравится этот браслет, он очень такой повседневный, в нем есть и милота, и интересность дизайна. Я бы носила это с удовольствием, и я буду носить это, вы увидите это в моих видео 100%, ребят. Наш самый последний товар, это я выбрала сама этот товар. Это как мини-кардиган, он очень такой мягкий, это никакая не синтетика, естественно. Бренд называется Donny, очень классный, это чисто, я думаю, что это даже как хлопок. Тут даже я вижу кармашки. Кармашки это всегда хорошо. Катон 55%, полиэстер 41% и спандекс 4%. А где у нас сделано это? Сделано во Вьетнаме. Вьетнам это тоже очень хорошо. Хоть не Китай. Давайте мы его посмотрим. Протестируем, так сказать. О-о-о. Смотрите, он прям идеально подошел. Но он немножко как будто как большоватый. Но возможно он именно таким должен быть. Как будто бы как свободным. Прям он такой длинноватый, но в нем очень комфортно. Я чувствую, что он приятен на коже. Очень многие кардиганы бывают, они вроде как кажутся очень уютными. Но потом, когда ты протестируешь кардиган, то ты понимаешь, что он, допустим, ну, не такой комфортный. Пишите в комментариях, если вы считаете, что этот кардиган очень подходит к моему сегодняшнему образу или нет. Ребята, и снова с вами Юля, и у меня к вам не очень хорошие новости, потому что я редактировала сейчас свое видео, и оказалось, что мой звук не записался от слова вообще. В той части как раз-таки говорила о боксе с едой, и также говорила цены на продукты, которые были в FabFitFun, в этом бьюти-боксе, короче говоря, и я такая, боже мой. Как так получилось? У меня такого никогда не было, и я поэтому, имея шанс, хочу сказать вам, дорогие подписчики, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я очень ценю все ваши просмотры, ваши лайки, вашу активность. Это как никогда мотивирует меня делать еще больше интересного контента, подбирать что-то более уникальное, конечно же. И пришло время прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео, ребят. Скажите, что вам понравилось больше всего из этой коробки? Мне будет очень интересно узнать, потому что я сейчас в этом кардигане до сих пор весь день. Он мне так понравился, он такой мягкий. И если вы хотите, я могу сделать видео, что-то вроде об отзывах на продукты, которые я получила в этой коробке после, может быть, недели использования, что-то вроде того. Ну что, я не буду вас задерживать. Всем большое спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хороших макияжных дней тоже. Ваша Юля. Всех люблю. Всем пока. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you